Привет! Сейчас я тебе покажу все способы стать оборотнем. Самый быстрый и простой – создать оборотня в режиме создания персонажа. Второй способ – это быть атакованным оборотнем. После драки у Сима должен появиться вот этот мутлет. Вскоре Сим превратится в оборотня, если не вылечить укус. О том, что скоро произойдет превращение, говорит красная аура, появляющаяся вокруг Сима. Третий способ – это попросить знакомого оборотня об укусе. У этого оборотня должна быть прокачана способность волчье проклятие. Ну и у вас, конечно, должны быть хорошие дружеские отношения. Четвертый способ – это родить ребенка в семье оборотней. Если оба родителя оборотней, ребенок также будет оборотнем со 100% вероятностью. Если же только один родитель, шанс будет 50%. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.